Лукашенко снова президент. Лукашенко больше не президент. Это был первый и самый страшный сон. Причем тут 50 на 50. И то, и другое вызывает одинаково бурную реакцию. Но у нас без политики. Если это видео про белорусов, то оно должно быть на Тросянке. Погнали дальше. Чтобы не было войны. Занимает вторую строчку этого хит-парада. И это целиком оправдано, зная нашу историю. Войны боятся все без исключения. Но только мы постоянно наготове. Мы рождаемся и помираем с этой мыслью, что где-то на даче, на всякий случай, должен быть припрятан автомат или лучше пулемет. Мы каждый год находим в этом сраном интернете предсказания Ванги, где она пророчит Третью мировую, начиная с 2008 года. И испытываем колоссальный страх. Буш стал президентом. Скоро война. Ирак. Скоро война. Украина. Скоро война. Собака сдохла. Скоро война. Суп скис. Скоро война. Вертолет пролетел. Пизда. Война началась. Что подумают люди? Это очень страшная вещь. Она не дает нам расслабиться. Она повсюду. Смотришь, что все в куртках и жара плюс 20. И хрен ты ее снимешь. А вдруг люди подумают, что ты дебил? Или уши мерзнут, но все без шапок. И хер ты ее оденешь, чтобы не показаться лохом. Или стоишь на кассе и думаешь, а вдруг денег не хватит? Люди подумают, что ты вонючая бомжара. Пакет дыравый. Бомж. Колготки порвала. Бомжиха. Коту ливерку покупаешь? Это не коту. Бомжиша. Покупаешь презервативы и боишься, что люди подумают, будто ты ебешься. Остаться без работы. Это вообще ужасно. Причем вам могут и не платить вообще. Мы не боимся остаться без денег. Мы боимся остаться без работы. Мы не отдыхаем на пенсии. Мы работаем с удвоенной силой. Чтобы люди не думали, что ты никчемный кусок говнища. Доллар вырос. Ёпта, побежали скорее в обменник. Покупать или сдавать? Хрен его знает. Бери свою двадцатку, очередь займем, а там разберемся. А то вдруг люди подумают, что мы бомжи и у нас нет долларов. Стать бомжом. Ну а как без этого? Стать бомжами мы боимся меньше, чем того, что кто-то об этом про нас подумает. Мне не говорили, что я могу стать дворником. Не, мне говорили прямо. Учись да уб***б, а то станешь бомжом. Я еще думаю, что было бы круто каждый день кушать роллтон и сраку не мыть. Сахар подорожал. Твою ж мать. Гречка подорожала. Твою ж мать. Все подорожало. Ёб твою мать. Причем мы затариваемся уже после подорожания. Я всю жизнь не мог этого понять. На кой хрен? Поздно ведь уже. Контора. Любой уважающий себя белорус боится контролеров в общественном транспорте. И поверьте мне на слово, если в метро при открывающихся дверях крикнуть «Контора, бежим!» Полвагона подорвется. Я сам как-то раз увидел чувака в жилетке и побежал с просонья. Это один единственный случай, когда нам глубоко насрать, что подумают люди. С вами был Подтекст. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых волнующих встреч. Картошка не уродилась. Твою мать, как мы теперь проживем? А я говорил, что нужно окучивать почаще. И говна лошадиного побольше. Жука нужно в солярке было топить. И попорознее эти трупы раскидывать, чтоб другие боялись и не пролетали. Что теперь люди подумают?